Здравствуйте, друзья! Хочу сказать, что вдохновленная вашей поддержкой Саша написала еще больше лимериков. Я правильно говорю? Да. Вот лимерики у нее тут на лэптопе. Она пишет книгу. Я правильно говорю? Книгу да. Пишем. Сколько у нас уже лимериков есть? 13. 13. Ну давай парочку. Так. Вот там еще вот их две, смотри. Да. А смотри, она разувается, она не просто так хочет к тебе залезть, она разувается. Да? There once was a very sad boat, who didn't know that she could float. She fell in the moat, but she couldn't float. Oh, sorry, I thought she could float. Это наша пианинка. Мы привезли его из штата Мишиган. Знаете, оно такое пианинка, да? Такая пианинка. А подожди, а что же она теперь только на автомате играет? А, я понял. Музыка нужна была для прыжков на батуте. Да, да, не хочу. Так, все, Саша, давай. Lily and Billy. Давай. There once was a girl named Lily. The boy she loved was named Billy. I can't be too late, let's go on a date, she said to the boy named Billy. А что бой сказал, неизвестно. Нет. Понял. То есть такая девушка прямолинейная была. А удобно вот так мальчика приглашать на дейт? Или надо ждать, чтобы мальчик пригласил? Чего? Не знаю. Ну как, ну вот если, допустим, хочется мальчика пригласить на дейт? Ну, можно. Да, окей. А то у меня есть последний, это тот, который ты испугался. Да. A fish that was red. There once was a fish that was red. His brother said, get into bed. The fish said, no. The other said, go. It ended up one of them dead. Печальная история, друзья.